Привет, друзья! Рад, что заглянули к нам на канал. Сегодня мы с вами приготовим замечательный рецепт из молодой капусты со сливочным соусом, сырком, запеченная в духовке. Очень вкусная капуста получается. Поехали! И для начала, друзья, нужно нарезать бекон. Вот тот, кто не ест бекон, просто пропустите этот процесс и готовьте без бекона. И бекон, друзья, нужно прижарить немножко, чтобы раскрылись все ароматы. Значит, включаем плиту. Немного топленого сливочного масла, ну или растительного тоже, слегка так. И пошел бекончик. И пока обжаривается бекон, давайте нарежем капусту. Я взял вот такую молодую капусту, но у меня сорт длинный, такой шпиценколь по-немецки называется, такой мне попался. Ну вообще это не обязательно, нормально будет с обыкновенным, даже лучше с обыкновенным, потому что у него кочерыжка такая полностью проходит доверху. Так, напополам, еще раз и еще раз. Четвертинки. Вот такие вот замечательные дольки получаются. Вот. Тем временем бекон прижарился. Не нужно слишком его высушивать. Так вот отлично будет. И убираем его со сковороды. И теперь, друзья, на этом же жирку вот так вот обжариваем капусту. Где-то минутки по 3, 4, 5 с каждой стороны. Так, с одной стороны прижарилась капустка. Вот такая вот красивая. И переворачиваем ее. Красота какая. Значит, дальше берем сливки 30% жирности, выливаем в миску, немножко пачкаем доску и приправляем сливки солью, перцем черным и мускатным орехом. Тем временем капуста тоже с другой стороны прижарилась. Отлично. Выключаем плиту. Посыпаем капусту бекончиком обжаренным. Ай, красота-то какая. И заливаем сливками. Вот так вот по капустке прям. И сверху всю эту красоту посыпаем тертым сыром. Духовка, друзья, разогрета 180 градусов с вентилятором или 200 без вентилятора. 20-25-30 минут, зависит от сорта капусты. Капуста молодая, она быстренько готовится, сами знаете. Смотрите там на готовность. Но я люблю, когда она еще немножечко такая тверденькая, не прям совсем прям разваренная. Поехали. Друзья, прошло у нас 20 минут. Наша капустка готова. Посмотрите, какая красота. Жалко, что аромат не передается. Это просто пушечка. Осталось только снять пробу этой красоты. Сырная корочка убежала. Самое вкусное.
Ну что, мне прям не терпится уже ее попробовать. Она еще горячая, правда. Так, вот вместе с сырком. Вай-вай-вай-вай-вай. Улет просто. Просто улет. Я так обожаю капусту во всех ее видах. Но это что-то. Сливочный соус, бекон. Она так пропиталась всем этим сырком. Ребята, это что-то. Не нужно ни мяса, ничего. Готовьте такую капустку. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Будем дружить домами. Друзья, супер. Мы будем кушать. До новых встреч. Пока-пока. С вами ваш Шишкин. Эта пушечка просто нереальная. Вау.